Щелково вовсю готовится к своему празднику. Соответствующая атмосфера чувствуется повсюду, а особенно на улице Парковой, где впервые создается пешеходная зона. Работы кипят до самого вечера, а в той части, что уже готово, можно не только прогуляться по новенькой плитке или велодорожке, но и найти полезные развлечения детям. Каждый вечер с 6 до 7 часов районный комитет по культуре и туризму организовал на Парковой детские игровые программы. В частности, космическую тематику представили артисты из сельского поселения Огневское. Почему космическую? Да потому что там, в деревне Протасово, приземлилась стилизованная летающая тарелка. Кто проезжал по Фряновскому шоссе, наверняка видел эту оригинальную зону отдыха «Космосад», открытую в этом году. Посланцы из Огневского космоса вместе с ребятами собирали ракету, спасались от метеоритного дождя, развивали космическую выносливость, вестибулярный аппарат, помогали заблудившимся звездам вернуться в родную галактику. В общем, активно готовились к будущим межпланетным экспедициям. Кстати, пока благоустройство пешеходной зоны еще не закончилось, любой желающий может принять в нем участие. На предпраздничной неделе на Парковой планируют посадить деревья и привлечь к этому полезному делу горожан. На этой самой улице будет проходить акция по озеленению улицы Парковой. Если вы хотите сделать ваш город еще красивее, обязательно приходите. От вас требуется только хорошее настроение и желание сделать этот город лучше. Инвентарь вам выдадут. Анимационная программа на Парковой не оставила равнодушными ни детей, ни родителей. Все без исключения маленькие участники к тому же получили в подарок мыльные пузыри. А праздник продолжается. Приглашаем вас на анимационную программу со 2 по 8 сентября на улицу Парковую в 6 часов вечера. Ирина Микеда, телерадиокомпания «Щелково».